Добрый день, 100 секунд вашего времени. Я попрошу внимания. Уважаемые депутаты, буду говорить по-русски для того, чтобы дать шанс тем, кто не желает меня услышать, сделать вид, что не понимают меня. На эту трибуну меня привело людское горе. Каждый год в Полтаве регистрируется более 40 онкобольных детей. Это несчастье заставляет родителей закладывать жилье, брать непомерные кредиты, просить финансовую помощь у всех подряд. Я обязан поблагодарить сидящих в зале, кто всегда отзывается на горе 3-4 детей в месяц, ежемесячно еще раз. Но я понимаю, что таким способом не спасти жизнь заболевших. Поэтому прошу каждого из вас обратиться к депутатам Верховной Рады с требованием создать закон, в соответствии с которым финансовая сторона вопроса лечения таких детей, вплоть до лечения за границей, всецело ляжет на государственный бюджет. В свою очередь, обязуюсь спросить у каждого из вас, когда и с кем вам удалось обсудить этот вопрос и какие результаты. С этим же вопросом я буду обращаться и к депутатам Верховной Рады, которые посещают наш город. Этот вопрос жизни или смерти одной жизни ребенка Полтавы каждую неделю. Мы должны понимать, что это есть элемент нашей стратегической цели, а именно оставить нашим детям и внукам процветающее государство, а не разбазарить руины по заграничным банкам. Данное обращение и последующие мои действия буду публиковать во всех моих ресурсах, которые смотрит весь мир. Спасибо за внимание. Спасибо.